Добрый день, меня зовут Дозорова Марина. Я занималась на курсе Adobe Premiere уроки видеомонтажа. И хочу сказать, что выражение «деньги, потраченные на знания, никогда не бывают выкинутыми на ветер» очень актуально. Есть специфические узкой специализации курсы, как бухгалтерия, менеджмент, они для узкого круга специалистов. А этот курс, мне кажется, пригодится всем, как профессионалам, так и людям для какого-то домашнего видео. И хочу сказать, что я пришла не просто с нулевыми, а мне кажется, даже с минус нулевыми знаниями. И наш преподаватель Дмитрий Андреевич дал нам за эти несколько уроков очень подробно объемные знания, которые, я думаю, что пригодятся. Я пришла, хоть и курсы считаются профессиональный видеомонтаж, для того, чтобы дома, для себя, для своих родственников делать какие-то клипы, видеоряд, слайд-шоу. И думаю, что эти курсы мне очень помогут.